Казахстане собираются внедрить интеллектуальную транспортную систему. До 2020 года планируют ввести автоматизированные измерительные средства. Их установят на всех основных автомагистралях. Они обеспечат бесконтактное взвешивание транспортных средств в движении, мониторинг и учет интенсивности потока, а также исключат безосновательные остановки. Решение будет принято и по автоматизации сбора средств за использование автодорог. В итоге платную основу внедрят на 16 участках. Кроме того, до 2022 года поэтапно внедрять систему управления дорожным движением, анализа и прогнозирования климатических условий, видеомониторинга и выявления нарушений ПДД. В следующем году будет внедряться система управления дорожными активами, будет внедрена. Данная система позволяет эффективно управлять всеми дорогами, оцифровать все автомобильные дороги. В целом, завершение и создание этой системы ИТС мы планируем завершить в 2020 году. В свою очередь, отдельные компоненты уже будут внедрены в текущем году, отдельные подсистемы будут в следующем году, то есть поэтапно будут внедряться различные его подсистемы. Цифровизация коснется и сферы железнодорожного транспорта. Планируется автоматизировать график прогноза движения поездов. Разработчики намерены повысить точность движения и глубины планирования от 45 суток до 3 часов. Кроме того, будут введены проекты «Цифровая диагностика пути» и «Управление мультимодальными перевозками».